Привет, друзья! Хочу сказать пару слов о одном продукте, который постоянно использую. Это курицы в коску. Печеные курицы, которые никто бить не может. Они 4,99. Это пятерка за огромную курицу. Очень удобно, особенно мне. Сегодня я хочу пойти в Коску, вот здесь в Брукхевен, и хочу приготовить что-нибудь дома с минимальными усилиями. Самых удобных вещей – это курица, которую они пекут на вертеле. Очень хорошая цена, в то же самое время это много мяса. Я обыкновенно покупаю две штуки, потому что они по 3 паунда каждая. Это очень большое количество мяса и других вещей. Что делаю вначале? Я снимаю кожу с одной и со второй курицей. Это огромное количество куриной кожи с хорошими специями. И я делаю себе два сэндвича, которые больше, чем надо, на один нужен. И они невероятно вкусные. Я или обжариваю, или кладу в микровей, чтобы перезагреть. Ну, курицы почищены, и остается очень много мяса. Это вот кожа, также остаются крылышки, шеи, немножко других частей, которые очень хорошо прошли через жаровню. После чего я снимаю все мясо с костей. Ну, не почти все, но там немножко остается, но в основном, которое мне нравится, белое и темное мясо. После чего остаются очень большие скелеты, как я называю их, которые идут в холодную воду, и я их варю. А мяса остается огромнейшее количество, в смысле, на несколько дней. Ну, это кожа, и я эту кожу кладу на хлеб, и все чисто, вот просто как оно есть. Ну вот, использую два самых популярных соуса в Атлантии. Не буду называть их имена. Ну, бульона выходит примерно 4 литра, это 1 галлон. Но он мутный просто потому, что у меня печка газовая и кипит быстрее, чем я ожидаю. Добавляю примерно 1/3 бульона в другую кастрюлю, куда потом я кладу рис. Немножко курицы и оставляю, чтобы закипело. После чего просто кладу щавель и оставлю, чтобы щавель выварился. Рис варится тоже очень быстро, практически это 10-минутный суп, что-то в этом роде, да? Быстро варится и выходит очень вкусно. После чего я добавляю вегету, потому что я ничего не солил перед этим. Хорошо размешиваю, оставляю покипеть минут 10. Ну и все. Я долею сюда немножко half and half крема и размешаю. Я оставлю настояться минут 10-15. Если не обжираться, выходит около 10 блюд. Очень удобно, вкусно. А курица органик, между прочим. Не просто так вот курица, да? Это органик курица. Ну все, до свидания. Спасибо вам за внимание.